Что радует наших мам и пап? Жили по соседству две мамы, мама котенка и мама щенка. Вместе ходили за водой, идут, ведерками гремят. Только почему-то возвращались они всегда с разным настроением. Мама котенка приходила домой веселая, а мама щенка грустная-прегрустная. Даже котенок удивлялся. «Почему твоя мама всегда такая печальная?» «Не знаю», — отвечал щенок, — «надо спросить». И однажды он подошел к своей маме. Что же она ему сказала? «Ты знаешь, когда мы идем с мамой котенка за водой, у меня сначала хорошее настроение. По дороге к роднику мы любуемся березками и облаками. Но ко мне то коза подойдет. Ваш Тузик кусал моего козленка. То гусыня возмущается. Ваш Тузик гонял моего гусенка. Даже сам медведь ревет. Зачем ваш Тузик моего медвежонка толкал?» И все вместе. «Он не умеет себя вести. Почему вы его так плохо воспитали?» И мне становится грустно-грустно. А мама котенка почему такая веселая? Да потому что подходит к ней коза. «Ваш котенок мне сено принес». Подходит гусыня. «Он мне зерна насыпал». Даже сам медведь его хвалит. «Он мне дупло с медом отыскал». Потому мама котенка такая радостная. Щенку стало очень стыдно. «Мамочка, я тоже тебя радовать буду, чтобы ты у меня всегда была довольная». С тех пор щенок больше свою мамочку не огорчал. Научился себя вести, и мама у него всегда была веселая. Хочешь порадовать своих родителей? Веди себя хорошо. До новых встреч. Пока.